Я вас приветствую, мужики. Не спешите скипать ролик, так как в нем будет изложена очень важная информация, которая поможет вам защитить ваш аккаунт в игре Escape from Tarkov. И не только в нем, но и вообще в любой онлайновской игре. Также в любой соцсети или на любом ресурсе. Кроме этого, я вас очень прошу поделиться этим роликом с вашими друзьями, чтобы они тоже предприняли изложенные в этом видосе действия по защите аккаунтов. Вы, наверное, неоднократно видели в тарковских группах вот такие сообщения, в которых авторы рассказывают похожие друг на друга ситуации. Если кратко, вчера играл, все было хорошо, сегодня пришел с учебы, работы, зайти в игру не могу по той причине, что якобы аккаунт был заблокирован за использование читов. Хотя ни в жизнь читами не пользовался, в глаза не видел, в уши не слышал. Помогите. А в комментариях под такими постами обычно больше издеваются, чем пытаются помочь. Ну а как же иначе, правда? Ведь забанили читака, туда ему и дорога. Но на самом деле не все так просто, пацаны. Не все так просто почему? Потому что проблема в том, что читерил на этом аккаунте не автор поста или владелец заблокированного аккаунта. Не его брат и даже, скорее всего, не его друг, взявший этот акт поиграть на маленькое. Есть и другая сторона, это взломщики. Это уже немного другая категория людей, это уже не просто читаки. В двух словах опишу схему, возможно, примерную, но тем не менее вы поймете, как это происходит. Эй, Керсерт, забань нахуй этого долбоеба. Ожидайте, в ближайшее время вам будет выслано на электронной почте всякие письма разные интересные. Читайте, открывайте, возможно, будет интересно. До свидания. Да не, ладно, шучу. Есть такая херня под названием куки. Если прочитать из Википедии, то прозвучит следующим образом. Это небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Куки – это аутентификация пользователя, хранение персональных предпочтений и настроек пользователя, отслеживание состояния сеанса доступа пользователя, сведения статистики о пользователях. Почти каждый раз, когда вы входите на какой-то сайт, форум или ресурс новый, у вас вылазит вот такое окошко. Так вот, есть деятели, которые где-то пиздят данные куки. Взламывают сайт или еще как-то, а потом либо используют их в своих целях, либо продают. В нашем же случае, а то есть с аккаунтами Escape from Tarkov, происходит и то, и другое. Но повторюсь, это применимо абсолютно к любому аккаунту, от чего угодно, будь то какой-то игровой акт, будь то аккаунт социальных сетей. Но продолжим с Тарковым. Да, благодаря этой параше под названием куки у людей уходит аккаунт от игры. Что с ними происходит дальше? Какие-то выставляются на разных площадках для продажи, на какие-то сами взломщики заходят, чистят схрон, читерят по-жесткому ради быстрого заработка и переноса валюты на свои аки. Собственно, второй вариант и есть причина таких вот постов. Люди на самом деле приходят домой и пытаются зайти в игру, а там банан висит. А техподдержка Таркова по многочисленным отзывам от людей не является самой лучшей. В большинстве своем это либо ответы бота, либо вообще полный игнор. И людям, которые столкнулись с подобной проблемой, ничего не остается, как только писать по разным пабликам в попытках найти хоть какую-то помощь. Опять же, пытаются обращаться ко мне, после просмотров роликов с читаками. Мужики, честно, я ничем вам помочь не могу. Я себе-то помочь не могу, что уж говорить о вас. Ладно, давайте разбираться, как защитить ваш аккаунт на примере Таркова. Если вы дорожите своим аккаунтом, то это нужно сделать. Если вы воспользуетесь всем этим, вы нормально так поднатрете читакам. Потому что больше аккаунтов будет защищено, а следовательно, будет меньше взломанных. А те, что все-таки взломают, вырастут в цене. Итак, заходим в личный кабинет на сайте. Далее, настройки безопасности. Вводим код, который придет вам на почту. И теперь нужно включить все доступные способы защиты учетной записи. Добавьте резервное мыло, одноразовые коды, которые вам придут на почту списком в количестве из 10 штук. Тут я советую где-нибудь это сохранить, а после этого удалить письмо. Секретный вопрос. Обязательно Google Аутентификатор. Я лично использую вот это приложение. В него с легкостью можно добавить любое количество аккаунтов, которые поддерживают двухэтапку. Скачать его можно как на телефон, так и на компьютер. После того, как вы это все проделаете, переходим к вашей почте. Я покажу на примере своего аккаунта в Google. Заходим в настройки, далее безопасность. Также включаем двухэтапку, привязываем свой номер телефона к аккаунту, резервную почту мутим, ну и остальную защиту, которая у вас есть и которую можно включить на вашем аке. Я очень рекомендую после всех этих действий сменить пароли как от игры, так и от вашей почты. Лишний раз перестраховаться не помешает. Кроме этого, на разных сайтах, которые вываливают вот это сообщение с согласием на использование куки, скипать по КД нахер его. Вообще, я советую посмотреть вот этот ролик. В нем изложено все по полочкам. Что такое куки, как это работает и как это все взламывается.
Это для общего развития и понимания. Ознакомьтесь, ссылку я оставлю в описании. Ну а на этом все. Удачных рейдов, пацаны. Всем пока.